последние годы в нашей стране вводится ряд льгот с целью социальной поддержки военнослужащих. В их числе предоставление жилья защитникам Родины, бесплатное медицинское обследование. Кроме того, детям военнослужащих и сотрудников, несущих службу в рядах Национальной гвардии, предоставлены льготные рекомендации для поступления в высшие учебные заведения. На днях в Центральном концертном зале Агентства по делам молодежи состоялось большое мероприятие. Детям военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии торжественно вручены льготные рекомендации для поступления в высшие учебные заведения. На сегодняшний день всего такие рекомендации получили 739 детей, 650 защитников Родины, которые осуществляют службу в рядах вооруженных сил. А в текущем году предоставлено 98 детям, 94 военнослужащих, а также 95 сыновьям и дочерям 84 сотрудников службы охраны. Сегодня для меня очень счастливый день. Недавно я закончила школу, делаю первые шаги во взрослую жизнь. Со стороны руководителя страны, для нас, детей военнослужащих, созданы такие возможности. И это большое счастье для меня. Буду стараться, хочу оправдать это доверие и обещаю, что в будущем буду работать во благо Родине. Начиная с 2020 года, дети сотрудников Главного управления охраны и его территориальных подразделений также подали документы для поступления в высшие учебные заведения на основе таких рекомендаций, являющихся примером признания и поощрения. Мне сегодня предоставляют льготу для поступления в высшее заведение в Республике Узбекистан. Я недавно закончила школу, и я хочу внести вклад в развитие Узбекистана, поступив в университет, высшее заведение Республики Узбекистан, заведение, и стать той, которой я всегда мечтала благодаря своему отцу. Большое впечатление на присутствующих произвели демонстрационные выступления курсантов Университета общественной безопасности, а также концертная шоу-программа.